давай. Вторая. Да, там два танка, кстати, если что, да, вот на метке отпальные. Арсен, Арсен, там, там уже... Мы сейчас наблюдаем, танк будет поднимать. Нет, ну бэтер наш, да, кой слепой. Он стелс, не наш. Там прям... А, понятно. Третьим за забором пехота. Эд, ты хочешь на топке сидеть? Ты что, танк? А ты хочешь не особо, ну мам, да. Ну можешь, да. Нет, ну, и, не боясь это просто, либо ты. Теперь я просто ты хочешь, сейчас подвезу. Садись, Тисов. Когда я по сексу побегу. Патроны покидаю. Один. Вижу второй. Блять, не вовремя повернул башню. Мне кажется, я его не пробил. Дыхательный выстрел, это пиздец. Танк добили, надеюсь, мы ему 4 победы. Первый или второй? По-моему, минус 2 танка, судя по всему. По-моему, я убил 2 один... танка, а, но а, я не а. Уверен. Скажите, кто-то видит еще там? А, нет, минус 1. Нет, не так. Вижу второй. На черных патронах, на черных патронах стоят. Вообще есть ли чего? Второй танк на гастроне. А, я понял. Дело в том, что танк, видимо, совсем далеко, и тур как бы не для дает дистанс направо. Снайпер лежит на этом, на бункере. Он попал по довке. Да, довка отлетела. Посмотри, это полностью или еще остатки есть от него? Сейчас он прекратит шмалять каждые 2 секунды сюда. Для машины едем на бункер. Я его давлю. Еще есть. На черте патроны стоят, фуд крейшн а может дать. Можно на вертушке подлететь или там на сабге с МД? 10-й, 2-й, 3-й. Танк стреляет по моему холму. Я собью, да? На север. Ну если ты за бочку сядешь, на запад, тогда не собьет. Он далеко. Но если ты будешь медленно садиться, тогда собьет. Нет, думаю, бегает. Нет, я имею... Вот здесь есть возможность сесть? Ромбики 9. Нет, там ты точно не сядешь. Понял. Вот тут тогда вот еще пехота. Ну, в ближайших ангарах хуба нету.
Ветка еще стоит. У меня ящик не выкопал. Стоит, стоит, там еще есть окно, не? Я не могу ее починить. Че я? Ты спавнишь на ролик? Что сделаем? Я взял лопату на ролик спавнишь. Типа как будто у меня ракета не долетела до танка, как будто он дальше. Да, 1700. Надо блок сначала вскопать. Перетовкой. Сразу. Давай, хорошая идея. Девятый, а как подлетать? Девятый. Его музыка играет. Мешки еще стоят. Сейчас. Ну пусть поиграет, она поверна, мне нравится. Пожалуйста. Скупайте ящик еще на другой стороне. Все, я чувствую себя защищенным. Карвеск. Чем занимается четверка? Нам может кто-нибудь? Ой, я слышу, что не было. У меня на юге. Убил РВС-ку на север достал. На севере. К четвертому походу. А танк я что-то... А, я вижу его, кажется. Где-то разбитый. Так, ушел. Так ты очки защитные надень. Да, патрон. Отвечает, или что? Почему нет? Я же целый. Есть возможность как-то отдал? Кенч где-то у тебя. Да, вижу, вижу. Надо их тут. Ебашит, как не в тебя. Фобы у меня в ангаре. В моем ангаре фобы их там. Ну мы по возможности гастаун поедем. Как получится. Спасибо. Минус два. Не ходит на Чарли. Не знаю. Бор, скорее всего. Вижу. А может быть. Лавка под нами, фак. Я не смог убить. Да, понял. Да. Блять, не услышал. Я сам не услышал. Девятый аккуратно простреливают меня. Она отъехала, что ли? Бежала. Там боковой выход есть на этом хабе? До гаста умрать. Нет, ну хуёво. Только прямая. Я точно так заоборудился. Один ящик снизу есть, еще один сверху. Ну его им и пользуются. Садитесь, я выкопаю мешки. Я не убил. А на больше раз. Все так, стреляешь и видишь просто и все. Ты перезаряжаешь? Из-за вагона. Да. Перезарядил? Не знаю, что-то снял, короче. По-моему, наш. Актуальный максимально, второй день ниже всех прям. Чуп. Лавка минус. Фу, здесь джинс. На, я раз в футболу. Патрона да нет.
Лавка минус, нормально. Мы убили лавку. Похоже. Может, все сняли, пишите. Так, я разрешал бы. Очень много пехоты саут-вест от нас, сав. Вдоль стены идут. Оставлю пулемет. Так, два человека и... Где еще? Вот. Тут приближение вниз. Очень много. Да, на пузе здесь приближение. Пехота очень много, СВ. Лежат, с забором там еще. Пулемете бы, кстати, а да, здесь прям вообще бы хорошо. А? Как приблизить? Есть зум? Сейчас на пул, на пул. Копайте пулемет. А, и второй копайте. Лучше один сначала. Давай меняться. Лавку взорвал вражескую. Командир, а нормально на неактуале сидеть? Ну не знаю, ты сколько танков убил? А лавок сколько убил? А вертолетов? Когда убьешь только сколько я, тогда поговорим. Честно говоря, логично. Там... Так вот, ты не ответил, ты спалил вон тот танк, который с первой точки у тебя умер, да? Я северный Гастаун, не понял вопрос. Северный Гастаун, танк... У них там опять вертушка села где-то. Юг от этого. От... Он база ТР. Так, займите пулемет. На бочке есть. А, может быть, не стоит, а то вас убьют. Нет, докопай, брат. Да, докопайте, докопайте. Может, я не прав. Кстати, а чё точка не актуальна? Я думал, что Вессальхидир — это защита. Ты еще не знаешь, что такое актуальная точка? Совсем все плохо. Там ближе пробежали, я ничего. А, под бочек. Да, под бочек они бегут. Кури, как тебе работает? Нет. Здесь это не свои. Чувак не ждал. Там нет. Актуальный флешки. Актуален? Бля, пацаны, умоляю, оставайтесь в дефе, только никуда не ходите, пожалуйста. Нет, это не свои. На заборе. Там враги. А, нет, да, на заборе двое врагов, на маркер. Не поворачивай на маркер, а кури, смотри. Второй пулемет. Вижу. Только по бетеру не стреляй. Спасибо, ребята. Можешь, в принципе, не возить, наверное, больше. Сейчас мы еще приедем. А, эспо за вторым. Это толпа идет своя? У тебя много минут? Да. Сорян, парни, сорян, у меня ебанутая тварь, блять, на водителя, нахуй, сказала, что это враги, блять. А я с разворота, нахуй, я не вижу Ники, я просто уеду. Принял. Блин, Ник приехал, тяжело. У меня радейка у кури. Кури радио, бля. Тебе противник? Можешь подвигать? Подвигаюсь. Выкап. Которая рядом с Гасталом, а я.
Я не знаю. Довези патроны, еще плюс. Надо какой-то. Довези патроны. Я понял. Должен быть где-то привез. У тебя еще техника какая-то, Коря? Сука. Вот. Нет. Да. Не понял, у тебя что за техника? Просто спля. Просто спля. В востоке. Станк. Я потратил все патроны, наверное. Сейчас меня еще убьют. И пойдем вместе на ту рацию. Идем. Это с маркера стреляет снайпер. Как приняли танк на юго-востоке, и примерно там же высаживается вертолет, наверное. По грузовику по нашему бегает чел, стреляет по нему. Бессовестно, сейчас накажем. На Гастауне, на север от нашего хаба, в вражеский хаб стоит. О, сейчас великодушный третий нам сбросит патронов, так ли? Не, он стоит, умрет. Великодушный. Снайпер. Это тот же самый третий, ты забыл его, что ли? А он три машины. Да нет, такого не забыть. Эти негодники колеса сдули нам. За, прям за кормой. Я минус курюс. Меня можно поднять, я медик. Я понял. А, или я ничего не буду. Там выстрел, да? Работаешь? Да, я поднимаю. Стреляйся. Гастауне танк до сих пор стоит. Да зарольтесь проще. Говорят, танк на Гастауне нет. Центр прошел, значит. Смотрю, мы уже вторая потерянная фоба. Этот дурачок все стреляет по нам. Вторая потерянная фоба уже на вторе, может хватит. Он на Гастауне или ближе к востоку от Гастауне? Не знаю. Сбились вы, да? Если я СВ убил, у меня есть предупреждение? Что за скрыт? Да, тебе напишут. Я дурачка прогнал. Хватит. Собак. Уже так, а то я понимал. Да. Мне дают какое-то предупреждение, что удерживай сквад вне актуала. Чего? Минус. Минус. Описанные правила, а то и понятно. Это работает теперь. Хуй забить. А я минус. Не классный. Успокойся.